Он говорит, я хочу лечиться в европейской стране, Кобзон. Ну, понятно. Он говорит, сын у него живет в Испании. Так, что ли? Он говорит, внуки у него там тоже. Нет, внуки и сын живут в Испании, но приедут куда-то в Баковку или что. Ну вот, Немчиновку, не знаю. И он говорит, я обращусь к Путину, чтобы Путин сделал что? Я не понимаю. Отдал Крым, что ли? Что надо делать-то? Видимо, упросил ему единолично пустить его. Я не понимаю. Ребят, слушай, кто-то же умный, объясните мне, пожалуйста. Кобзон хочет обратиться к Путину. Правильно в новость в этом? Да, но Кобзон, он может. Кобзон говорит, что он может обратиться к Путину с целью преодоления вето, не вето, а этого, как его, господи, санкций персональных. Потому что Кобзона не пускают в Европу, а ему там надо лечиться. Но какую? А что может сделать Путин? Отторгнуть Крым, что ли? Что сделать? Что сделать-то надо? Приблизить Европу, украсть врача и вывести его силами ФСБ или ГРУ, отправить врача какого-то. А? Как мне хорошо сделать на душе от пения Кобзона. Скажи, ну все, я не понимаю. Кто-нибудь объясните, чего он хочет от Путина? А? 7373948. Кобзон говорит, если, говорит, я пожалуюсь Путину, что меня не пускают в Европу, и мне надо лечиться. И? Ну, в смысле, а Путин, например, его слушает и говорит. Иосиф Давидович говорит, ну, вы просто молодец, а дальше что? Что я делать-то должен? А? Алло, здрасте. Сергей, доброе утро. Вот я, к примеру, Путин. А, я к примеру... испортил его настроение. Да. Вот, смысл такой, что он как Михалков с манией величия, только, вот, прошу прощения, ну, поглупее, наверное. Вы Кобзон, а я Путин, например, вы Кобзон. Вы подходите ко мне, говорите, значит, ну как там, я не знаю, как они общаются. Говорите мне, товарищ президент, я говорю, вы что хотите, Иосиф Давидович? Вы говорите, вы знаете, вот меня не пускают в Европу. Нет, а я отвечаю, прошу прощения. Давайте. Я инопланетянин, вообще оторван от жизни. Я сижу в Госдуме, не пойму зачем, и иногда еще катаюсь по стране и рассказываю нормальным работягам, что ваши дети скоро будут кушать конфетки, и мне все хлопают, поэтому я вообще ни черта не понимаю, что происходит. А теперь поэтому наоборот. Товарищ Путин, давай, а теперь наоборот. Он не понимает, по-моему, ничего. А теперь наоборот. А я знаете, что мне кажется? А мне кажется, что лечение в Германии может заменить Владимир Владимирович Путин наложением рук. Просто наложить руки на плечи и сказать, ты здоров, иди, и умри, воин. Да, а он уверует, это будет самовнушение. Нет, Путин даст ему связку гранат и скажет, ляг под украинский танк. И все, ну в смысле, и тогда лечиться не надо, и круто. А? Алло, здрасте. Алло, здравствуйте, Сергей. Давайте вы будете... Давайте, пожалуйста. Вы же знаете, что у Путина есть свой собственный хирург. И он может послать его Кобзону. Нет, потому что Кобзон хочет иностранного хирурга. Иностранного. Почему? Есть такие чистые, нет. А как это может быть такое? Здрасте, а зачем же Дебейки приглашали тогда? Ну что вы, зачем же? Ну почему? У нас есть Бакерия. В конце концов, у нас есть Золдостанов. Золдостанов прооперирует. Нет, ну слушайте, ну в чем смысл этого обращения? Я не понимаю. Подождите, Александр, у меня серьезный вопрос. Вот можно я вам прочитаю, как это звучит? Я сегодня целое утро думал. Смотрите, так. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сказал, что в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России. Все. Вот вы, например, Кобзон. Давайте вы будете Кобзон. Хотите, вы будете Кобзон. Вы Кобзон. Обратитесь ко мне. Вот я президент Путин. Давайте, поехали. Сергей, здесь один момент я просто хочу пояснить. Вы не хотите быть Кобзоном, я знаю. Вы антисемит. Давайте вы будете Кобзон. Я не смогу быть антисемитом, поскольку я сам, как сказать. Я просто хотел пояснить один момент. Во всяких санкциях есть исключения. Вот смотрите, у нас есть контрсанкции продовольственные, но есть исключения на ввоз, например, мальков, форели. Неужели для Кобзона нельзя сделать такое же исключение? Чтобы он мальком стал. Временно стал мальком. Чтобы стал временно мальком. Да, и чтобы его можно было вывести, дать ему послабление, вывести, например, в Швейцарию. Стыдно, потому что мы горды. Это стыдно. А, подождите. Швейцария могла... Нет, Швейцария тоже всех вносила через пару недель после Европы. Так что тут не годится. Но что же может сделать Путин? Вот я затрудняюсь. Я бы был Путиным, я бы не знал, что ответить. Что может сделать Путин в этой связи? Ну, Кобзон гордый, настоящий воин. Он ездил, он летал в Афганистан, он летал в Грозный. Серьезно говорю, я не шучу.
Кобзон летал в Грозном. Кобзон храбрый мужчина и так далее. Значит, теперь он летал в ДНР, ЛНР, куда хочешь, правда, в Грозный, еще раз говорю, в Афганистан. Он, правда, действительно отважный человек. Значит, он отважно принял решение, что Европа идет в жопу. Ну, такое решение. Ну, это мужское решение. Хорошо. Теперь он говорит, теперь Путин пусть скажет, что не идет и не всегда, а только иногда, а я хотел бы, но я бы полечился. Ну, что это за еврейские штучки? Простите меня. Ну, это правда. Ну, ты воин. Встань и борись с ними. Ты дышишь, побежал. Понимаешь? Нет, он говорит, да, но только иногда, но только не всегда, но мне бы полечил. Ну, брат, ну так нельзя. Значит, надо послать группу ГРУ, группу захвата. Они захватят хирурга. Там Ганса какого-то, Ганса Фридриха. Ну-ка, иди сюда. Все, его, раз его, и в багажнике вывезли. Под видом украинских националистов. Понимаешь? Привезли в Москву. Надо всю клинику вывозить. Нет, все, одного-то. Одного? Пусть, а он художник светит. Великий, понимаешь, что ли? Он такой раз-раз-раз со скальпелем приехал, и все. Понимаешь? Ну вот, и либо надо отдать Крым и сказать, мы отдаем Крым, чтобы Кобзона подлечили. Кобзона подлечили, Крым назад забираем. Ну, на две недели. Временно. На две недели. В аренду. Раз, такой, Кобзона подлечишь. Чего хочет Кобзон, я не понимаю. Объясните мне, чего хочет Кобзон? Он обратится к президенту Путину, чтобы ему, Кобзону, подлечиться в Европе. А что Путин-то может сделать в этом? Затруднение. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, будь я Владимир Владимирович, я бы сказала, Иосиф, ну чего ты? Да. В Мюнхене мало кому повезло. Белзе не повезло. Да. Образцовой не повезло. Можно скажу, Раисе Максимовне нифига не повезло, правильно? Раисе Максимовне. Не повезло, да. И так далее. Да. Не вот, надо. Как и все. Бог даст, и здесь даст. Конечно. На колени вот. Перед иконой, и все, и будет хорошо да, все. Да, во. Да, да. Все и все. Правильно? Нет. Но зачем же? Ну, конечно. Против промысла Божьего зачем же выступать? Еще с помощью гейропы, этих европейских гомосексуалистов. Ну, зачем же это? Толерастов. Отвратительных либерастов. Ну, неправильно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Сергей. Ну вот вы были бы Путиным, что бы вы ответили Кобзону? Я, честно говоря, вот затрудняюсь, не понимаю. Чего он знаете, должен? Знаете, у нас в Дагестане есть такая шутка. Да. Он же чемпион, кто не верит, тот Кобзон. Да, да. А, вот как интересно, спасибо. У них такая шутка в Дагестане. Спасибо, действительно. Вдруг почему-то до меня докатилась эта волна здорового дагестанского смеха. Как классно. Да, здравствуйте. Сереж, доброго утра. Здравствуйте. Здравствуйте, Абдул. Честно говоря, я очень сильно начал переживать. Если ну, поедет, привезет, да. А видно, что они привезут не того хирурга, и он еще окажется геем. Что-то скажите, пожалуйста, ну, подождите, Абдул. Ну, это можно... Меркель очень сильно относится к Владимиру Владимировичу. Вот Владимир Владимирович позвонит и за Кобзон скажет, знаете, он нет, подождите, это явление... Вот у нас Кобзон болеет, можно он приедет? Вот, так, решение как-то, Евросоюза, как-то. Подождите, Абдул, но это не так делается. Но это решение Евросоюза. Значит, надо, чтобы весь Евросоюз собрался, и перед ними с трибуны выступил бы Владимир Владимирович Путин со словами «Вылечите мне Кобзона». Умоляю и так далее. Правильно? Но это неправильно, мне кажется. Потом есть же Израиль, которым действительно сильно... А, по-моему, Израиль его тоже не пускает, если я не ошибаюсь. О, ничего. Его, по-моему, в аэропорту задержали обратно же, Ингурион, он же обратно уехал. Ах, елочки с палочками. Такое было. Вот, теперь здесь, другая фигня. Слушайте. Берешь самолет, который будет стоить жалкие 25 тысяч долларов какой-нибудь, заказываешь из Швейцарии. Хороший самолет. Сажаешь туда врачей, которым платишь хотя бы столько, сколько на корпоративе платят Кобзону, значит, и это самое, и этих врачей сюда привозишь, они Бакерию там с Чазовым, значит, отправляют пока за сигаретами и кофе подавать, а нет, ну правда, ну почему, они говорят, Бакерия... Они просто так-то не приедут. Ну за деньги приедут, боже мой, ну приедут за деньги. Но, Кобзону надо прямо сейчас. Кобзон нет, мог другое бы дело. Сделать... Что-то можно деньги взять? Нет, можно деньги выделить из бюджета. За деньги, которые есть Кобзона, надо развивать российскую, нашу, русскую медицину. Он же может... Чазову сказать, Чазов, ты пока вари кофе, Бакерия за сигаретами смотайся. А мы тут порежем, когда все. Ну, это можно выписать сюда их можно. Ну, конечно, можно выписать, а? Почему не выписать сюда врачей? Врачи, на них же нет санкций, что они не могут въехать в Россию. Пусть приедут, как доктор Дебейки. Доктор Дебейки стоял и смотрел. Помнишь эту историю? Ты не помнишь, ты была маленькая. Доктор Дебейки, когда резали господина Ельцина,
в 96-м году, в ноябре, а потом у него было воспаление легких и все это такое, а? Ты не помнишь. Ну, не важно, не важно, это все было до твоего рождения. Вы знаете, что Эльвира восьмиклассница, поэтому она, конечно, все еще... Ну, ладно, хорошо, в общем, Кобзон что-то хочет от Путина, этого я понять не могу. А я думаю, что остались все равно самые сильные врачи по-настоящему, не педики настоящие, хиллеры филиппинские. Они тебе трут по животу и достают оттуда кушочек кишки прямо. Вот труп. Правильно, надо в Азии лечиться. Мне кажется, что хиллера надо привезти, и все будет нормально. Ну, правда.